Аллилуйя, слава Богу. Меня еще с 17 лет мучает радикулит. Сорвал спину. Ну, только что я просто подошел к апостолу Питеру, подошел. Я сразу почувствовал тепло, сразу пошел. Я только дошел до окна, я почувствовал, что я исцелен. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Амен. А. Приветствую вас, церковь. Я вас очень сильно всех люблю. У меня трое детей. После первого у меня появились опухоли под обома руками. Друге родила ще більше. Ну, коротше, третє родила, мене воно взагалі стало таке, що... І тільки що помолилися, і навіть на глазах я потрогала, мене навіть під лівою рукою взагалі навіть... Слава Господу, це тільки Він таке мог зробити, я благодарю Його. Амен. Алілуя. Oh, praise God. Thank you, Lord. This, yes. У меня болела голова. Может быть, занятие, назидание. Побаливало. И в ушах как будто реактивный самолет. После прикосновения апостола Питера, как рукой сняло, аж даже вспотело от радости. Спасибо, аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Thank you.